Не, нельзя на нее залазить. Это дядина. В железногорских дворах для уборки снега применяют новые технологии. Дворник третьего ЖЭКа Станислав Маркелов сегодня испытывает свой инновационный мини-грейдер. Собрал его в гараже из обычного китайского снегохода. Несколько месяцев железногорский кулибин изучал видеоуроки на Ютубе и подбирал материалы. Все полностью. Подножки сделал сам. Колеса ему шипованные сделал, чтобы не скользили. Отвал, ну вот эта вот конструкция. Все это, так сказать, с подручных средств на свалке. Это вот кровать была. Профессиональная снегоуборочная техника стоит немало. Это, как альтернатива, надеется Станислав, вполне может прижиться. Самодельный грейдер практичен, экономит время и бензин. Даже обогрев руля предусмотрен. Ну, главное, чтобы разрешили дальше работать. Так бы все бы ничего. Ну да, да. Просто более, так скажем, профессиональная техника, она очень дорогая. Жители двора на Маяковского новшество оценили. Все высказались за применение ноу-хау. Говорят, это соответствует духу инновационного города. Ну, это очень приветствуется, потому что вообще вот у нас во дворе как бы вот эти ребята, я тут постоянно хожу, они просто работают, постоянно работают. Я очень даже, пускай услышит их начальство и побольше премии им выпишет. Да, очень замечательно, мне кажется, очень... Полезное дело приносит молодой человек, не знаю, правда, как зовут его, но постоянно видим его, что он все время такой трудолюбивый, работает, и газета у нас выходит, мы читаем все время, пишут о нем. Приятно ходить по дорожкам убранным, когда крыльцо убрано, потому что у нас очень высокое крыльцо, подниматься с ребенком тяжело, вот, поэтому всегда убрано, чисто, очень приятно. Теперь еще и быстро. Да, и теперь еще и быстро, и... Будут дорожки везде убраны. Будет удобно ходить с ребенком гулять здесь во дворе у нас. Девушка-изобретателя и по совместительству коллега говорит, у парня золотые руки. Он единственный дворник-мужчина в третьем ЖЭКе. Усовершенствовал рабочий инвентарь для всех дворников. И вообще, за что не возьмется, все делает лучше. Ну, он, если какую-то вещь покупает, там тот же велосипед, он просто так это не оставляет. Он обязательно все доделывает под себя. Все как лучше, все, чтобы было комфортнее. То есть, ну, все не просто так. Это, как не знаю, даже не цель, а как своеобразный такой интерес усовершенствовать. Пробный заезд, говорит Станислав, выявил недоработки грейдера. Мужчина уже продумал, как их устранить. Нужно отрегулировать скорость поднятия и поворота отвала. Тогда можно будет работать дальше на благо жителей города и на радость детворы.